Какое в целом настроение у сборной перед чемпионатом мира? Ну, скажем, интересные такие, в предвкушении хороших игр, в предвкушении поддержки болельщиков, массовки, наверное, скажем так, чемпионата мира, да и боевое. Какую главную задачу перед вами поставил тренер? Ну, конечно, победить всех, все, что можно выиграть, показать хороший, красивый хоккей, не упасть в грязь лицом, ну и играть в свое удовольствие для болельщиков. Какая атмосфера царит внутри команды? Вы все-таки из разных клубов и не для разногласий. Нет, разногласий нету. Все, что было в сезоне, осталось в сезоне. Сейчас новый этап, скажем так, жизни, новый этап в плане хоккея. И все думают только о предстоящих играх и ни о чем другом. Эдуард, есть ли у вас талисман какой-то или оберег, который вы берете на игру всегда? Нет, в принципе, всегда крестик на шее, разминка, музыку послушать и поспать днем.